Всем добрый день. Итак, в продолжение темы грядок рассказываю, как мы выращиваем огурцы. Вот. Ну, в принципе, этот вариант, наверное, уже вам знаком. Сажаем в бочки. Все офигенно растет. И получается вот что-то вроде этого. Но еще есть один вариант. Это вот такой вот. То есть по стандартной схеме мы саживаем в грядке. Вот, и вместо тех дуг, которые у нас уже были, мы делаем вот такой каркас. Каркас у нас получается из полипропиленовой трубы, пятнашки. Вот, упираем туда все вниз, до конца прям по уровню обрезаем лишнее и все спаиваем на уголки 45-е. Здесь у нас крестовина. Вот так вот все вот паяется, делается и неплохо получается. Не хотел делать, меня супруга настояла, говорит, вот давай, все красиво получается, все прикольно, интересно. Решили попробовать. Ну, насколько вот сейчас получается, вроде все ничего. То есть все растет, все хорошо, цветет. Никуда ничего не делалось. По надежности, я не знаю, ну, вроде... Так, конечно, пошатывается, но если будет сильный ветер, хотя он уже был на выходных, никуда ничего не делось. Все стоит на своем месте. Так что, кому интересно, можете... А, и, кстати, вот, для укрепления использовал вот такие вот штучки, так сказать, саморезиком. Да, утопил для надежности конструкции. Никуда ничего не девается. А, и здесь. Объясню почему. Изначально покупал вот такие вот крестовины. Но их было немножко меньше, чем надо. В магазине, я имею в виду. В итоге взял еще вот такие вот дополнительные. И обвязал их проволокой, чтобы никуда уже точно ничего не делось. Ну, на самом деле, все выглядит вроде надежно. Там еще укрепил соединениями двумя, пусть оно будет лишним, тоже лишним точно не будет. Вот, ну и как бы в завершении, чтобы там немножко приукрасить, вот они растут, все хорошо. Так что вот имейте в виду. А и, кстати, по цене вопроса, там буквально 1000, наверное, две, все вот за вот это все у меня вышло. Трубы, соединения, паяльник у меня уже был. Вот, ну, может быть, немножко... Ну, хотя вот пытался поймать уровень, вот он. Ну, все равно. Ничего страшного. Главное, надежность. Кому интересно, используйте, применяйте в деле. Вроде прикольно получается. Спасибо, пока.